Совсем скоро жителей нашей страны ждет выходной посередине недели. 12 июня ежегодно отмечается как День России. В нынешнем году всего лишь 12% жителей Твери возьмут отпуска и отгулы до, либо сразу после 12 июня, чтобы продлить отдых на этот праздник и устроить себе мини-отпуск. Мужчины чуть чаще женщин заявляли о таком намерении. 13 и 10% соответственно. Горожане в возрасте от 35 до 44 лет планируют брать отпуска и отгулы на 12 июня чаще тех, кто моложе, и тех, кто старше. Они объясняют, почему брать отгулы в эти дни удобно на своем личном примере. Однако значительное большинство тверичан таким способом не собирается продлить себе выходные, и вот почему. Всегда пользуюсь такой практикой, да, на 9 мая, на 12 июня, если где-то середина недели, соответственно, беру либо до, либо после, ну, чтобы уехать как бы отдыхать либо на дачу, либо куда-то еще, ну, удобно. Я думаю, что январские праздники нужно было вообще разнести вот именно вот на эти дни, чтобы всегда было по 3-4 дня для удобства, для отдыха. Я думаю, многие бы пользовались такой практикой. Получается такой мини-отпуск. Да, мини-отпуск. Не, планирую работать. А почему? Деньги нужно зарабатывать. Я врач. Я работаю в выходные. И в праздники. И в праздники тоже. Вообще нет. Мы работаем, у нас скользящий график, поэтому мы в основном на работе находимся. Работаем в этот день. Отдыхать не получается? Отдыхать не получается, да. Не пользуюсь. У меня день рождения в этот день. Меня устраивает так, как есть.